Замок расположен на лесистом холме в Кобургском районе в 6 километрах от центра города Кобург в Баварии. В настоящее время замок и окружающие его земли остаются во владении Веттинов. Первое укрепление и сооружение, расположенные в этом месте, впервые упоминаются в 1122 году. Замок Каленберг – это и замок, и охотничий домик, и летняя резиденция герцогов Саксен-Кобург-Гота. Замок построен в неоготическом стиле и считается одним из важных памятников архитектуры. В конце Второй мировой войны замок был арендован под театр и дом престарелых. С 1905 по 1945 год в замке со своей семьей жил последний правящий герцог Карл Эдуард. В 1972 году герцогская семья продала все строения администрации Кобурга, а в 1982 году принцу Андреасу удалось обратно приобрести замок через фонд семьи герцогов. В 1997 году после реставрации замок Каленберг был открыт для публики. С тех пор он остается музеем, выставочной площадкой и одновременно герцогской резиденцией семьи Саксен-Кобург-Гота. В здании собрана ценная коллекция мебели, картин, фарфора. А в 2004 году в северо-западном крыле замка разместился немецкий стрелковый музей. Некоторые экспонаты музея можно увидеть в одном из моих видео. Ссылку на это видео можно увидеть в инфобоксе под видео. Thank you.
Внутренний интерьер замка Каленберг можно будет увидеть в одном из следующих видео.